Всем, дорогие друзья, с вами канал Игровые Моменты. Сегодня я вам покажу мой CP фонд. Давайте посмотрим. Так, ребят, нет, я что-то не начал. Давайте. Видимо, дальше чуть-чуть. Я все. Нет. Да, чудо. Нет. Да, ребят, я что-то. Так, ребят, первый CP это у нас скромник. Давайте посмотрим. Сегодня видим пока что. Ребят, вы спросите, почему он такими блоками сделан, и почему у него имеется комната из этих мощных блоков. Один у вас, два охранника, ребят, выпустите и CP, потому что я вроде случайно поставил вот эту плиту. Да, ребят, случайно я выпустил. Эти охранники были на гарне. Потому что я не успел бы это спиту, но если не себя стоять. Наказал, давайте посмотрим. Привет, скромник. Так вообще понятно, кого я забыл взять. Ребят. Так, кого мы взять? Забыли. Ага, вот, давайте берем его. Смотрите, ребят, сейчас мы дадим на пьем 3 заключенных, все на йод. Все, может их убивать, но мы пойдем дальше, ребят. Ребят, вот спросите, почему некоторые места закрыты, ребят, это место, смотрите, вон там. Заключенные. Это не заключенные, а D-класс. Да, D-класс. Пойдем дальше. Так, ребят, тут у нас ученые. Угу. Это у нас SCP. Ой, какая там скромник. Вот, ребят. Давайте ему тоже закинем. Посол ученый. Давайте посмотрим. Угу. На тебе тоже ты заключенный. Угу. Так, ребят, следующий CP у нас тоже прикольный, ребят. Это, ребят, у нас вход. Это у нас вход, ребят, уже в опасный CP. Там в том сетисе будут, безобидные. Так, ребят, у нас тут уже 2 CP. Первый. Не знаю, как он называется, ребят. Давайте им дадим 4 людей. Ребят, комната у нас самый опасный, ребят, CP. Конечно, вы не видели, что он делал, но я вам не вру, ребят. Так, следующий CP это, ребят, у нас чумной доктор. Да, чумной доктор. Ну, тут нечего смотреть, просто тут кроме скелетов ничего нет. Ну, я им сейчас кидаю. А сначала он ломится в дверь. Понятно, им хана. Ребята, тут так. Да. Тогда что у нас идет? Вот это тут тоже, ребят, у нас заключенные. Кстати, ребят, что сзади я вам попросу покажу. Тут у нас только так. А, мы с насад пошли. А тут, ребят, у нас, ничего нет, кроме там ученых, которые тут ходят, заключенных. А тут у нас я забыл, ребят, сюда CP поместить. Давайте выбьем. Кого нам CP поместить? Давайте. Что это у нас за CP? 106 CP. Нет, ребят, он нам не нужен. Так. Так, что это? Угу. Так, ребят, это у нас скелет, как всегда. Зомби 0 CP 0.08. Угу. Может, давайте его поместим. Перемел на 3 штуки.
Отлично. Ребята. Давайте поменьше сюда напьем. Ты человек, как и зомби, ребят. Давайте посмотрим. Давайте. О, ребята, они быстро справляются. Угу. Ребята, в следующей щепе это у нас находится, ребят, в саде, ребят, цветы в саде. Давайте посмотрим. Привет. Вот, ребят, в него нельзя, ребят, делать заключенных. Давайте посмотрим. А ученые, ребят, смотрите, что. Ребят, смотрите, смотри. Слитка золота дают 5 вот таких вот каких-то кусочков от золота. И не пойму, что это. А эти кусочки какие-то со 6. Да, она даст, ребят, 8 пиц. И так у всех. Как вы видите, охладненькие они, ребят, вообще ничего не подают, они просто стоят у стены. Ребят, такой-то у нас щепифон появился. Такой-то у нас щепифон, ребят, есть. Ну, всем пока, дорогие друзья, с вами был канал «Игровые моменты». Всем пока.